Всем привет, с вами Андрей. У нас шатрат Pixel Dungeon. Наш персонаж. У нас 15 уровень. А, дропаем предмет, хотя можно, в принципе, не дропать. У нас еще одна непроклятая кольжуга, непонятно, сколько она платит. Также у нас присутствует броня отталкивания. Это, скорее всего, 16 силы. В принципе, поэтому можно будет ее использовать в следующий тип. Также у нас присутствует 16-я карта, непонятно, проклятость, не проклятость. Короткий меч. Часть предметов выложили. Также у нас, скорее всего, мясо наше. Оно, если в огненную ловушку попадем, скорее всего, оно сгорит. Так, чтобы ничего не было. Благо они в нашем случае это может быть землекой. Нажимаем смазать и выбираем. Если у вас нет конкретно землекора, не можете прокликать, соответственно, это сомнительно, но это сомнительно в атакующих сфере. Если для вашего союзника, собственно, замораживающий дротик, нажимаете на дротик, нажимаете команду «Смаг» и ослепляющий, это очень полезный дротик, работает против милишников и крайне эффективная вещь. И, конечно, он попадет в ваших соперников. Собственно, телепортирующий дротик. Ну, прикольно, но вашего врага телепортируете, и потом вы будете искать, собственно, этого текущего врага с дротиком, куда он от вас убежал. Такое себе. Также огненный дротик, так называемый поджигающий в переводе. Очищающий дротик, но сомнительный дротик, а скорее для ваших союзников. Адреналиновый дротик тоже для союзников, он дает вам адреналин. Адреналин — это ускорение скорости движения.
И, собственно, электричество. Ну, конечно, коэффициенты, которым они 2, нам нужно за одну семечку. Если у вас больше дрозди, нечетное число, оно не складывается. Соответственно, если вы заболеваете 3 дротика, то у вас дротика будет стоить 2 семечка. Вопросы более внимательные. Вариант его можно тоже будет соединить с зельем исцеления, чтобы узнать, что у нас получится. Эликсир медового исцеления. То есть вы можете увидеть, что у него сейчас 2 хода у нас осталось, и у него хп 14 не случается. Сейчас 113, собственно 109.
себе подтягивать, не самому подлетать, а ему подтягивать. У него есть телепорт, он как раз будет телепортировать.